уважаемые коллеги, встреча номер 3. Значит, здесь у нас правильно было оценено первый бросок во всем красной форме. Это 4 балла. 4 балла. И он продолжал, в общем-то, атаковать и активно бороться. Было сделано замечание. Замечание во всей синей форме. Затем на третьей минуте был сделан бросок с оценкой в 1 балл. И на четвертой минуте он также сделал бросок на 4 балла. За счетом 9-0 победил партнер красной формы. Тоже где-то за 3 минуты, там 33-34 секунды. И здесь у меня замечание арбитру о том, что он, в общем-то, какие замечания? Чтобы начать прибой, перевод на стёрка, прописано правило. Я должен своего оппонента или противника сбить правду. И только потом делать перевод прием. А он не заметил того, что он стал делать со стойки полевой перевод, не сбил его и продолжал его делать. Вот здесь арбитр задержался со свистком. А это граничит с тем, что один из бойцов мог получить серьезную травму. Серьезную травму. И здесь же мне хотелось бы рассказать о том, что вот эта встреча закончилась досрочно, а нахуй продолжалась до конца. Это по моим мнениям. По моему мнению, я наблюдал за встречей. Вот такие вот.